Привет, YouTube. Приехали на пляж копать. В воде лазить не будем, уже холодно, все в куртках. Вот. Как всегда, Леха, канал Демона в голове. Ссылочку добавлю в описании, переходите, подписывайтесь. Ребят еще грабли покидают. Ну а мы пляж с металлоискателем. Тут небольшой такой песок. Вдоль берега пройдем, вода на метр. Уже отошла, спускать, видимо, начали. Думаю, куча ходячек будет. Что там, грузило? Первая находка. Забираем. О, свинец я люблю. Яйца Чингисхана. Яйца Чингисхана. С поводками. Оставь, стрим буду вести. Ну что, забираем, рыбка. Ну да. 5 сигналов. Рыл, все цветные. 10 рублей попалось. Такая цепочка. Крышка. Кусочек фольги. И кусок свинца грузила. Буквально 5 минут копа. 10 рублей заработано. Тачка попалась. Mitsubishi Evolution. Lancer Evolution, наверное, имеет в виду. Вот, мусор, куча ходячек и машинка. С дворниками даже. Крыша обрезает, а так нормально. Детям заберу. Да, Лех, будешь играть? Это красный кут. Вот, походил полчаса. Такие находки. Юрий, привет. Монетка машинки. Mitsubishi, офигенный Evolution. Да. Так, цепочка эта. Да, тоже возьмем. Монеты. Жирно. Да. Куча ходячек и мусора. Такие вот какие-то штучки попадаются непонятные. Скорее всего, от одежды что-то. Да, какая-то. Цветочки. Такой цветочек, да. Так, мусор. Сюда. Сейчас все это поукидываем. Вон еще монетка. Сейчас. Ну, вот монета. Ельцинская, скорее всего. Еще одна. Тут вот этих мелких много, но видимо они сейчас тут затеряются. Ну, вот так вот почистили немножко пляж сегодня, видите. Вот еще. Ну, я сейчас еще ходить буду. Это еще не все, мы только приехали. Дай-ка. Гвозди даже попадаются. Да, а там где костер, там видим дерево сжигали, у него гвозди, мелкая фольга всякая. Вроде все. Сейчас будем дальше ходить. Мусор помоечку. Щик. Идем искать дальше. На воде кто-нибудь съест. О, рак нашли. Ну да, он уже этот трупик вылез. Да, вряд ли. О, вон, вода как колышет. Давай смотрим, что живет. Да он уже тухлый. Хрен знает, сколько он здесь лежит. В общем, одни ходячки попадаются до мусора. Уже вдоль берега хожу. Что, сварим? Мертвый, бери, вари. Второй заход, куча находок. Вообще хабарница полная, смотри, просто сыпется. Уже некуда класть. Так. Давай сразу пойдем к мусорке. Пробки все выкинем. Пробок вообще уйму нашел. Ну, а эти сигналы знаю, их копал специально, чтобы не мешались, не перебивали. Чух. Фольга, пробки. Пробки. Пять. В общем, один мусор. Барабан от зажигалки. Чуть денежку не выкинул. Такая здоровая пробочка. Ну и монет тоже кучу нацеплял. Дома отмою, все покажу. Но ничего интересного нет, одни ходячки. Не знаю, сейчас еще, наверное, чуть походим, может часик, может меньше, и уже будем сваливать. Видео короткое, потому что находок особо нет. Ходячки я не вижу смысла снимать. О, монет выкинул. Ладно. Так, ну с мусором вроде все. К
кусочек свинца вон там. Сейчас, в общем, монеты высыплю и покажу. Так, ну что, кусок свинца попался и куча монет, в основном все ходячки. Ну не в основном, а все ходячки. 50 копеек такая вот жирная, думаю, может слиплись. Но это, по ходу дела, она так сгнила. Бедная, несчастная. Это только второй заход. С первого захода монеты все уже в портфеле лежат, в пакетике. Сейчас я тут даже закину, еще похожу. Все, в общем, ребят, пошли. Я тоже ухожу. Еще несколько монет нашел. Мусор уже выкинул. Домой приеду, тогда вам покажу. Ну, одни ходячки. Ничего интересного не попалось. Машинка только из других находок. Он тоже комарат ходит. У него Goldfind, металлоскатиш, как так называется. Но у него тоже одни ходячки. Ну, так, на пляж съездили, проверили. Пора домой. Часа два от силы походили. Ну, как я походил. Лёхе металлоскатель заглючил. Пора бы ему новый брать. Ребята грабли кидали. Ну, потом еще все это время. На них ничего не попалось. В общем, за два часа такие вот находки получились. Машинка Mitsubishi Evolution, как написано. Свинца. Такие вот кнопочки какие-то попадались. Не знаю, это одежда или нет. Очень много их было, когда разбирал хабарницу, там с мусором, наверное, выкидывал. Вообще, штук 10 точно их цепанул, может, больше. Цепочка на мусор пойдет. Так, 50 рублей чириками, 25 рублей пятаками, 4, 5, 6, 7, 14 рублей по 2 рубля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 рублей по рублю. 2,50 по 50 копеек. И 60 копеек чириками. Кстати, 5 десяток, 5 пятерок и 5 по 50 попалось. Вот эти, конечно, вообще. Думал, может, залипуха из монет. Нет, это одна монета. Просто так проржавела. Ржавчина спучилась. Это не так сильно. Такой вот коротенький выход получился. Ни бижутерии, ни драгметаллов, ничего нету. Одни ходячки. Ну, рака нашли там еще. Видимо, выполз. Или водой выкинуло помирать. Вот это видно тоже свежие потеряшки этого года. Ну, даже недавние, можно сказать. Все остальные долго лежат. Вот, наверное, особенно вот это. Ладно, всем спасибо за просмотр. Кто не подписан, подписывайтесь. Ставьте лайки, дизлайки. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Думаю, сезон еще не закрыт. Еще куда-нибудь съездим. Ладно, всем удачи.